закінчу ліцей, навчатися у вищому закладі навчальному, піти на гарну роботу, щоб мені подобалось воно. Закінчити цей ліцей, отримати вищу освіту, купити та курити, займатися спортом. Ну, я планирую там, закончить ліцей, літом поїхати на море. Потом с моря приехать, работу найти себе, такое все. Жена, дети подождут. Я планирую бросить курить, закончить лицей, найти работу, попутешествовать по всему миру, завести семью. Много хорошего вы должны были подчеркнуть из этих бесед, из этих встреч, изо всех. Потому что когда для нас проводили тоже тренинг, открою секрет, преподаватели наши очень остались довольны, и даже мы, работая с вами, много вам рассказывали, подчеркнули, ну, что-то интересное и новое для себя. Поэтому, итак, сертификат вручается Радченко Сергею. Так, Виталий, ну, руку пожарь. Тренер программы «Выбор». Сегодня мы провели 10-е контрольное занятие в группе железнодорожного лицея, в группе электриков. В принципе, все занятия прошли позитивно, дети много чего усвоили. Мы хотели бы им пожелать, то, чтобы они додерживались того, чему мы их учили, и, в принципе, впредь не повторять ошибок, которые были до этого. Я вірю в те, що дійсно ці уроки, які ми з ними проводили, не пройдуть даром, тобто вони зроблять для себе певні висновки і будуть користуватися нашими порадами. Пока! Пока!